Вы помните игру «Космические рейнджеры»? Да, золотые были времена, сейчас такие игры не делают. Хотя нет, делают. Dark Orbit. Конечно, это не космические рейнджеры, но у них много общего. Летай по бескрайним просторам вселенной, улучшай свой космический корабль и надери любую задницу в галактике. Тут постоянно происходят бои между тысячами игроков. К тому же у каждого игрока есть возможность раз в месяц выиграть 10 тысяч евро. Звучит круто. Играть можно бесплатно, переходи по ссылке и уже через одну минуту ты полетишь в космос. Всем привет, с вами Кристалл, продолжаем играть в разные флешки. И сегодня будем играть в игру под названием Revenge of Brainzilla. В общем, да, мы будем играть за какой-то летающий мозг Брейнзилу, который будет убивать людей, пожирать их и тем самым прокачиваться. В общем, сейчас вы все увидите, что это за игрушка такая, и она довольно-таки классная, мне понравилась лично. Здесь можем прокачиваться, покупать себе там глаза дополнительные, например, нашим монстрам, будем стрелять по врагам более эффективно, или же можем купить себе тентакли, у нас будут деньги генерироваться. Если мы купим себе мозг, то сможем быстрее хп регенерировать. Если купим эту штуку, у нас будет больше патронов. Ну, это для бомб, по-моему, относится к бомбам, если не ошибаюсь. И если мы покупаем вот этот тентаклюс, последнюю самую, то у нас становится новое оружие появляется какое-то. Но сначала куплю я такую штуку, потому что у нас будет плюс 2 денежки в секунду. Это круто довольно-таки. Поначалу, конечно, игрушка простенькая, но должен быть вроде как полный хаос в будущем, потому что столько апгрейдов не может быть в ничего. Так, оп-оп-оп, надо срочно их сшибать, этих ребят. Также, по идее, можно спиливать дома, но я пока не знаю зачем. Если их спиливаешь, за них вроде как ничего не дают. Потому что я уже эти дома пытался спиливать, и ничем хорошим это не венчалось в итоге. Поэтому я пока еще сомневаюсь в надобности этого дела, так сказать. Вот, например, я могу взять, запилить, и вроде как ничего не прибавилось. Даже денег. Деньги у нас только в автомате идут, сами по себе щелкаются, так сказать. Так, давайте еще сделаем побольше денег. Пусть у нас по 4 в секунду делается. Я, наверное, 3 тентакли куплю, и будет самое зашибись, скорее всего. Вот, пилю дома, и толку никакого. Может, просто не хватает мощи, чтобы его допилить до конца. Только тогда появится какой-то самый смак всего этого дела. Но это мы узнаем чуть позже. Чуть позже. Так. Еще одна тентакля. Все, больше не покупаю. Куплю сейчас новое оружие. Может быть, себе дополнительные глаза. Блин, как это страшно выглядит, когда такие тентакли из мозга торчат. Как будто какие-то червячки на самом деле поработили этот летающий мозг и заставляют его делать плохие вещи. Но я думаю, что это все-таки наши тентакли, мы все-таки Брейнзилла как-никак. Так, оп, новое оружие. Так, можно вот этими какими-то новыми бомбами кидаться. Ну-ка, насколько они мощные. Да вроде то же самое, что и было до этого. Да ну, тогда я лучше куплю что-нибудь другое, наверное. Хотя, может, еще раз купить, тогда бомбы откроются, и может, они будут гораздо круче. Так, какие-то пошли уже более крутые ребята, это мне не нравится. Блин, я не успеваю их убивать. Не хватает урона. Так, давайте купим вот это. Так, хотя бы они, мы быстрее их будем убивать, этих ребят. И можно вот так вот летать, конечно, бомбы скидывать. Тогда нас меньше будут трогать, конечно же. Я буду вот так летать, бомбить. Теперь у меня мозг с глазами. Все-таки странный. Так, сколько у нас уже денег? Можно еще открыть оружие попробовать. Давайте попробуем еще. Может, эти бомбы реально крутые. Ох, нифига себе, у них они, вот эти вот уже реально бомбы, они просто жесть как отбрасывают. Такие бомбы еще ладно. Это уже реально хорошее оружие. Блин, хп мало, надо регинить его. Так, ну хотя бы я могу так вот сделать, и они сразу погибнут. Так, надо купить себе, что купить? Хп пусть регинится, у нас 207 следующий апгрейд стоит. На! Просто надо успеть собрать только весь лут. Блин, мне урона определенно не хватает. Надо побольше урона. Так. Может купить себе вот это? Не, это просто для бомб. Просто для бомб. Ладно, хп реген пусть будет у нас тогда. И больше глазок. Остальное мне, в принципе, не надо. Бомба уже и так очень мощная. Зачем еще круче делать? Не, мне такого не надо. Так, дома почти раздолбал. Толку, правда, не с этого не особо много. Кстати, я все еще могу пользоваться простыми бомбами. Вот так вот летать и бомбить. Не обязательно же именно только теми атаковать. Так, я могу самым простым еще. Так, давай. Надо бы еще глазик купить. Так, супер бомбы пошли.
у них все закончились. Блин, это уже ребята очень бронированные, они жесткие очень. Зато денег не слабо падает. Блин, летающий мост, который гадит какими-то говняшками, серьезно. Так. Странно, что еще танки некие, вертолеты не пошли. Обычно вертолеты это самое первое, что идет против летающих монстров, но тут почему-то такого нету пока. Ну, наверное, в скором времени появится, не бывает игр, где есть брейнзилы и вообще любые зилы, где нету вертолетов, самолетов и так далее. Это какая-то совсем уникальная будет игра про монстра. Тогда. Так, вот так просто вперед пролечусь и закидаю их бомбами. Блин, денег как-то мало, по идее врагов стало больше, а все равно что-то денег мало мне. Да, давай бомбу. О. По идее этих ребят я мог бы просто уворачиваться, как бы, и было бы мне все норм, но... Как-то не хочется уворачиваться, хочется драться, драться и драться. С ними. Так. Не, ни разу еще ни один дом до конца не завел. О, появились самолеты, вот этого я ждал. Так. Давайте... Нет, макс это уже. А, они все-таки можно замаксить количество. Я думал, типа, здесь можно как угодно, только этим ограничиваешься. Блин, как эти самолеты сбивать? Они же неудобные, капец. Чтобы по ним прицелиться, я в плане имею в виду. Так, ну, тогда еще мозг прокачать. 303 следующий апгрейд. Надо над этим поработать будет. Так. Ага, ага, беру. Так, мозг прокачали, все, хпшка должна еще быстрее регениться. Блин, как же их много! Еще гребаные самолеты подлетели. Самолеты это нифига вам не шутки. Когда появится самолет, обычно игра в 10 раз сложнее становится. Так. Давай, давай, давай. Пили их. 10-й левел пошел, блин. Жалко, я не могу еще на себя глазиков одеть. Это было бы довольно неплохо. Для меня, конечно же. Так. 4 глазика не тащат все-таки. Не тащат. Ну и бомбы можно было посильнее, конечно бы. А то эти, конечно, мощные бомбы, но вот против новых врагов они вообще не идут. Очень-очень слабо. Так, сколько у нас денег? Можно еще мост купить. Сколько у нас, интересно, уже регена в секунду? Не пишет, жалко, циферка. Если писала циферкой, сколько я в секунду регеню, я хотя бы мог более-менее понимать, насколько я хорошо прокачиваю этот апгрейд. Но пока я жив, наверное, это неплохо. Наверное, я делаю все правильно, коль живой. Так, максит. Ага, теперь надо деньги в секунду, наверное, делать. Или новое оружие, даже не знаю. Наверное, лучше новое оружие открыть. Так, еще жестче ребята пошли. О-о-о! Так, бомбы пошли в бой. Так, но они все равно живые, жесть. Где мои миллионы за этих ребят? Ну, хпшку нормально региню. Хпшку я очень даже здраво региню. Это мне нравится. Значит, апгрейд не бесполезный все-таки. Так. Оп-оп-оп-оп-оп. Нифига он полетел. Бедный пацан. Так. Новое оружие. Ну-ка, супер-бомбы. Самые крутые. Насколько они жесткие. Бам. Ага, вот этих начало ваншотить. Тогда если их ваншотит, значит, это реальная тема. Я уже замаксил щупальца. Новое оружие больше не появится. Осталось только... количество патронов и сколько в секунду их можно сделать. Интересно, здесь какой-нибудь будет супер-мега-босс, который просто нереально будет сильный против меня. Ну, просто людишки улетают к чертям. Куда-то в космос, я не знаю. За эти красные бомбы. Чудо-мега-бомбы. Так. Так, можно бомбардировать этих ребят пока. Как-то слишком много стало, а можно бомбами разбросать. Ну, реально, бомбы полезная тема все-таки. Сначала думал, больше такое, типа, ну, не знаю, может быть, когда-нибудь пригодится. А нет, бомбы реально хорошая вещь. Так, пусть деньги генерируются тогда. Ух. Так, попилю домик пока что ли. Вот, все, вот до определенного момента допиливаешь, и все, он как бы, с ним уже ничего не происходит. Ого, с базукой появились какие-то. Или это что это, я не знаю, но похоже на базуку какую-то. Так. Жалко, нельзя бронзилу эволюционировать какого-нибудь сухопутного юнита или еще что-нибудь в таком роде. Было бы довольно прикольно. Так, пошла бомбардировка! Зелеными говняшками их в итоге закидал к чертям. Так, вот этого, наверное, надо убивать. Он довольно быстро складывается, наверное, он наносит очень много урона, если он так быстро умирает. Обычно такая логика. Если юнит очень быстро умирает и медленно идет,
что он... у него... Нет, если быстро умирает и медленно идет, обычно это... Не знаю, ну да, как раз, который много дамажит. А танк это у нас получается. Если бы это танк был, то он бы и медленный был. И медленный, но при этом жирный. Никогда не до вас дошел бы все равно, потому что хрен ты его убьешь. Этот парень, по-моему, вообще ничего не делает. Он даже оружие не успевает достать, по-моему. Так, для этого уж все замаксили. Осталось два слота всего. Под наше оружие. Так, где у меня? Видите? Бомбардировка, ё-моё. Ладно, на этом будем заканчивать. Если вам понравилась данная флешка, если хотите тоже в нее поиграть, ссылочка, конечно же, в описании. В любой момент можете поиграть. А это пока что все. Всем удачи, всем спасибо за просмотр. Не забываем ставить лайки. Все, всем пока.